Но видите ли, люди, которые создавали советскую власть, они были и преступниками, может быть, и слепыми людьми. Но они были бескорыстными и честными людьми. Они хотели, чтобы я был счастлив. Правда, они меня не спрашивали, что мне для этого нужно, для счастья. Они уверены были, что они правы. В этом их беда и преступное проявление, конечно. А нынешние – это циники. Циники, которые готовы произносить любые лозунги, либо лишь бы устроиться поудобнее.